Согласно документу, размер прожиточного минимума за второй квартал 2016 года в Заполярье составил 13 731 рубль. Это на 49 рублей больше, чем за первый квартал текущего года. Также увеличилась и величина прожиточного минимума для трудоспособного населения. Она установлена на уровне 14 281 рубля. Размер прожиточного минимума для пенсионеров теперь составляет 11 439 рублей. Для детей – 14 223 рубля. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.